Вот это мощно было. Роб! Пока нахуй. Смотрите на эту редкую пленку. Всем здорово. В общем, сегодня с Виктором выбрались в Red Tower. Вот у нас сегодня такое видео в режиме лайв. Попробуем сегодня поснимать всякую дичь. Возможно, будут большие веса. Да вот что хуй знает пока. Че? Пока хуй знает. Короче, мы с Александром попробуем сегодня зарубиться в подъеме Саксона. Вроде так он называется. Вот. Да, у Александра будет вот этот длинный тощий гриф, как он сам. А у меня будет вот этот вот черный коренастый крепыш, красивый, как и я сам. Ну я этот черный коренастый крепыш. Да, 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 да. Я сделал. Да, да. Это 70? Ну да. Как мне сегодня написали ВКонтакте, типа, то чувство, когда хлипенький 70-килограммовый парень думает, что он качок, и показывает бицепсы. Мой вес, короче, бараний. Прикольно, мне каждый раз говорят, что я веточка. Так, захват, перехват, да? Да, я сверху брал руку. Ну и подбивал здесь. Как раз вот массаж. Ну, вроде приноровился уже. Ну, пока хуёво. Будешь толкать? Ну, давай. Красота. Че, как идет? Непонятно пока. Так, Александр уже вышел тут на серьезный вес. На свой собственный 60 килограмм. Просто человек-богомол. Ну чё? Больнее. Мне кажется, это попроще, честно говоря. 90 килограмм. На, удачи. Сейчас, наверное, первые фейлы начнут. Ничего страшного, у нас есть канал Слабачи. Они не пропадут. Жопа, походу, большая была. Ну да, так. Накрутил, короче. А, тепло и смягчает все. Да, я поэтому его одел. Ну что, думаешь, да. Не торопись последний подбив делать. Да, я понял. О, спокойненько. Хорошо. Будешь толкать или нахер? Не знаю. Только ровненько возьми. А, все ровненько вроде. А, ты сядешь? Что скажешь? Ну так, работает пока. Так, что тут у нас? 80. Вот это, наконец, почти мой вес. На 20 кило больше. Хорош. Когда выпрямляешься, перестаешь камеру вмещаться. Ты полегче. Криво штанга бьет. Штанга криво. Криво просто вообще в руках. Дичайше. Сколько у вас грыж, Александр? Что? В жопе одна? Что там? А чё? Что это там?
Help me, мистер Бёрн. Мистер Бёрн, help me, блядь. А ты вес не поменял. Рано его взял вообще. Сейчас поменяю. Давай. Блин, и что же еще дотащить надо, тяжело. Да, мне как-то сказали, что разве можно быть за ЗОЖ и пить энергетики. Да. Да, так что не один десяток людей в этом плане разочаровались. Мне так говорят про 7-Up. А про нулевку что тебе говорят? А я еще фотки не выкладывал. Не выкладывал? У меня есть. Самое еще классное было, когда сел такой, вот Виктор, меня смотрит, тебя смотрит мой сын. И как мне ему объяснить, что ты хлещешь пиво? Я говорю, ну не знаю, скажи ему, что это нулевка. Он говорит, ну если ты типа хороший человек, будь хорошим до конца, а не в половину. Я захожу к нему в Инстаграм на фотке. А у него там, короче, фотка там с Устанол, с фотком, короче, там шприцы, баяны такие просто. Россыпь. Я говорю, а тут ты что сына говоришь, когда в жопу себе колешь? Он удалил фотку, но у меня остался скриншот, так что не высовывайся. Так, тем временем уже 110. О, такой гриб классный, боже мой. Типа, короче, само селфи. Что там, давай. Идет. Удобно, чтобы я поместился. Да, поместишься. А, тебе в Инстаграм, да, чтобы потом? Ну, потом, да. Ну, окей. А, есть Инстаграм, Слабачи? Нет. Все, давай, не отвлекайся. Давай, спокойно и аккуратненько, хорошо. Проще, чем 90 зашло. Настроился, потому что... Нет, нет? Мистер Флэш. Все, что, бросаешь или что-то нет, еще сяду. Хочешь? А, ну давай. Я воды можно? Много не пей, просто. Ну что, сколько? 8. Поля, сила. Что скажете? Это Артур, я его тренирую. Было офигительно. Три раза в день приходится тренировать, заебал уже. Допинг у каждого свой. Я спать хочу. Мистер Флэш, мистер Бёрн. Вот на самом деле говорят все, опасные упражнения делаем вообще, пизда суставом и так далее. На самом деле вот так 110 сделал, так приятно спине стало, вообще как будто все на место встало. О, Саня, становую свою максимальную сделал. Я не удержался. Пожестче и на шею не бросай, лучше не торопись. Давай-давай-давай! Давай-давай-давай! Плавно-плавно! Нормально. Хорошо. Да, толкнул. Ну, давай. Я прямо жду, когда это видео выложу, там где-нибудь нет протеина, там. Типа, будущий дикуль. Оп! Ой, что за тяжелоатлет. Нормально. Надо бёрнуть. Так, отойди от мистера Бёрна. Я вот так. Этот... Ну, блядь, это тоже не очень хочу снимать. Куда ты пошел? У тебя из-за этой, из-за силовой рамы даже не видно было. Бицухи? Тебе помочь пятерки принести? А, все? Я вчера что сделал на руки? Я ну-ка расскажи. По одной. По одному разу на каждую руку. Ты знаешь, это и я сделал, но я бы это даже не озвучивал. Я пролез на скалодроме. В Инстаграм херню выгрузил. Нет, какой-то, я это бы тоже не озвучивал. У меня более озвучивает. Меня сфоткал, да, еще там? Да. Вот, кстати, когда я тебя фоткал, у меня руки вообще устали. Ну да, тяжелая работа. Как думаешь, 110? Ну конечно, ты что, упал что ли? Мы же 150 хотели, так что там? Ты хотел. Ой, Сань, хотел. Будет так классно, что он сидел такой нулевку. На обычные штанги я вообще, блядь, 200 подниму. Жрал с этим, с этим вот, с колбасой. Было бы так круто, если бы 150 сделал.
Давай. Тогда была нулевка. Тогда, может быть, и поднял бы. У тебя поезд так в жопу въедается. Ну, что он на пояснице? Ну, въедается в жопу. Уже просто помост аж проминается нашей штангой. Так. 120 килограмм Аполлона, аксель. Ну, ладно. Так. Давай, кстати, посмотрю, какой у тебя там. У тебя в замок, да, хват? Ну, тут, блин, скажут еще. Ну, вчера замок, блин. Отойди лучше. Блин, целый этот. Ну. Давай. Вот при недостатке, точнее, большую жопу. Ты гораздо круче. Давай, давай. По красоте. Спокойно, не торопись. Медленно, аккуратно. Вообще хорошо. По-моему, самое трудное было его на сраку посадить. Я это заснял во всех ракурсах. Надо как-то поуже руками браться. Она не пролезет там, мне кажется. Ну да. Опа. Легко. Че, 130? Да, попробуем. Как всегда, самое интересное осталось за кадром. Саня пытался поднять. Не побоюсь этого слова, пытался поднять вот этот блин с пола и сломал себе ноготь. Первая травма. Первая серьезная травма. Первая кровь. Первая кровь. Ну вот, нас спрашивают, есть ли у нас травмы. Вот. Ну такие обычно. Вот сегодня Саня... Ебить твою мать. Тут ничего не видно, но это боль. На весь ноготь травма. На всю руку. Фу, ну давай. Вот вы видели недостаток большой жопы, а тут преимущество тощий. Просто этот чувак с самой большой спиной, самой длинной спиной. Ой-ой-ой-ой-ой, Саныч, не торопись выпрямляться. Вот это мощно было. Как шейка. Ой, что? Я специально камеру не включаю, чтобы ты не сдох. Я устал. Сейчас, ну больно, блин, кости напоминает. Пиздец. Просто пиздец. А нахуй ты руки магнезии машь? Ну что, она стерлась, это все, что попал. Ты еще будешь? Да. Понятно. Просто не отходя от кассы, решил еще подход запилить. Не торопись выпрямляться с ней и прыгать. В наклонке стой, видел? Я до последнего с ней в наклонке. Бля, вов топил. По району, короче, патрулирует. Все, сдулся байкер. Хорошо. Спину жестко держи, на шею не роняй. Давай, давай, давай. Так, пока тут Саня старается, говорю, что, возможно, скоро откроется вакансия на место силового гимнаста в наш дуэт. Вот, как бы. Ну, так что, имейте в виду. Поехали. Ищи. У тебя там кровь что-то на руке. О. Вторая кровь. Ну, это вторая травма уже за сегодня у нас. Болит что-нибудь? Слушай, вчера на самом деле было очень много растяжки, и утром я болело все, я думал священника звать. Час вот поделал, штангой размял, так наоборот хорошо стало. Ничего не болит. 130. Ой-ой-ой. Давай. Но пока нормально. Давай, 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 давай. Держи. Валя. Любой ценой же. Так, сейчас. Надо отдохнуть, посидеть.
впереди. Ой. Знаете, что называют тяжелым подъемом? Вот это было тяжко. Да. Как шай, говорит? Чуть побаливает. Чуть, говорит, побаливает. Ну нормально прилетело. Ну ничего, бывает. Оп. Легко. Не торопись. Хорошо. Вот сейчас четенько было. Толкать не надо, я думаю. О. Я хочу сделать. Damn. Ну что? Ну, вроде настроился. Тут нас не знаю, попробуем. Пробуем. Это подходящий. Так. 140 килограмм. Я фокус. Прикольно, если первый сдаст хват. Ну, вполне возможно. Когда-то в лучшие годы. Упражнение неудобное. Я тянул 170. 172,5 даже. Или 175, сколько мы. 175 это был максимум. Вроде бы. Но это было сколько? Что? 15-й год был. Что, я не знаю. Но хват я вообще давно ничего не делал. Только по канату вожу. Ну, канат тема. Да. Давай, удачи тебе. Отпиздить перед походом? Себя отпизди. Еще раз штангу по шее. Итак, блин, зубочистка сломалась. Я не миллионер, постоянно покупаю. Знаешь, если бы не зубочистка, сломал бы зуб. Она тебя спасла. А если вздохнул ее? А если проглотил? Идиот. Мне даже бабушка обо мне так не беспокоится, как мои подписчики. Давай, соберись. А куда? Я ее не разбирал. Твою мать. Так, так. Зацепляйся. Я сниму самый интересный момент, где она тебе это, ну, мертвую точку тебе проходит. Мертвая точка. Центр тяжести. Да. Давай, 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 давай. Мне ее не подбросить, не подорвать нахрен. Сейчас третий раз уплотнить. Давай. Попробуй разнохватом, может так проще будет. Ну давай. Если честно говоря, отбил копчик. Что отделал? Бобчик отбил. Бобчик отбил. Это очень странно, учитывая, какая у тебя жопа огромная. Блять, копчик-то одинаковый. Там еще мясо не выросло. Твою мать. Так. Оп, оп, хорошо. Так. Напоминаю, для тех, кто не знает, здесь 140 килограмм сейчас. Виктор весит сколько? 83? 83-82. Давай. Давай, давай, давай. Давай, держи, держи. Оп! Пока нахуй. Может, на обычной шанге попробовать? Ну, сейчас, может, еще разок попробую. На этой? Ну, давай. Они вдавливают спину так сильно. Ну это было эпично. Сейчас хули, типа... хули толку-то не поднял. Я сейчас сразу подниму, получится ли. Ну да. После того, как на шею еще раз все уронишь. Что? Не-не-не, нормально все. Но это самый опасный момент, на самом деле. Когда тяжело и хочется быстрее забросить. Давай уже. Очко сожми покрепче. Как в это самое... Цигун или как там? Да все. Сожми сфинктер, прижми язык к небу и тянись макушкой вверх. Пум-пум-пум-пум.
Бля, пицца с грибами на спине. Ебить, ебить твой налево. Санечек, давай. Все, я так переживаю, как Санька держит. Ой, хорош. Не торопись и не переборщи. Транслитеры весь помост сломали своими штангами. Убирай за ними, ходи. Ну да, ну да. Миокар закисляет все бесконечно. Спины посрывает со своими штангами, все в кроссфите. И голову. И голову забью. Давай, удачи. Вспомним 90-е. Вспомним матрицу. Матрица это был? Матрица? Да. Давай сначала поднимай, потом это потихоньку забрасывай. О, спасибо. Да. Как еще раз? Поднимаешь, короче. Ага. Потихоньку забросим. Так вот, так нагнулся. Так, чух. Мне кажется, я так 200 подниму. Спасибо, Саня. Просто лайфхакер. Давай. Так. Спокойно. Вот в этой точке я спокоен предельно. Хорошо. Даже могу советы давать. Хорошо. Давай. Давай, давай, давай. Красавчик. Ой, блин. Бля, хорошо, что я качу. 140. Вообще по красоте. Просто, бля, огонь. Моя песня бомба. Виктор, а что за трек? Скинь трек. Что за трек нравится? Трек, плиз. Трек, плиз, да. Блин, такое классное видео. Так, да, смотрю, такое классное дело делать. Что за трек? Парни, вы молодцы. Поднимайте руки с колен. А трек можно? Нет, я его полтора часа искал, что как-то. Ты что, блядь, жмот, что ли? Дай трек заебал. Сейчас свой аудио закрою. Грубо говоря, закрываю глаза, такой через боль просто выдергивал, фиксировал. Да ну нахуй. Что за страшилки? Страшилки я спроектировал вот здесь, короче. Да. Всех подписчиков нам распугали, бля. Сам фиксировался. Ой. Публика. Вот это Цезарь, короче, ест. Юлий Цезарь. Давай, гладиатор. Че, разнохватом, может, попробуешь? Хорошо. Давай, давай. Поэтапно, Саня. Хорошо. Давай, 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 давай. Колени. Хорошо. Ой, ебать, блядь. Ой, как больно. Чё? Не больно? Приятно. Неприятно? Неприятно. Звёздочки поймал немножко. Прикольно. Мы в детстве называли это «Увидеть Москву». Последний раз попробую, наверное, еще. Ну, бля. У тебя что-то кровь на пальце.
Да, это я подрался недавно. Ну, а где что-то натираешь? Тоже подрался, что ли? 150 кило. Это, да, черные пятерочки. Сейчас, погоди, это все с фокусом. Пятерочки, это все зеленые десяточки. Ну, это вот 30 килограмм. Все, готов? Да. Ого, блин, ты как в небе спустился. Пресвятой Блуди. Нимб. Пресвятой Блуди. Давай. Бесит, что он в зеркале не отражается. Цитаты великих блюдей. Давай. Так. Ну где, блядь, музыка? Вот, твоя любимая. Давай, давай. Блин, что происходит? Давай спокойно. О-о-о. Так, так, так. Сука. Пиздец. Такого еще не было. Просто, блядь. Это еще раз, да. Блять, что это было? Штанга тебя уже жалеет, короче, остановись. Знаешь, они, короче, так массируют. Все, нам уже не интересно, давай. Давай, кидайте вас. Интересно, это не заразно? Музыка для секса. Музыка для чувственной дрочки. Бля, ну все, сейчас точно подниму. Давай, давай. Там уже, блядь, разножка пошла уже. Техника совершенствуется раз от раза. Так, как дела со спиной тут? Блядь, вот это ноги, нахуй. Чем он поднимает, я хуй знает. Даже для меня загадка. Сань, шею береги. Че? Только сейчас понял, что это кавер. А, скинешь? Нет. Че, давай. Я снизу. О, бля, тебе молния не мешает, нет? Знаешь, на самом деле я даже не вспомнил бы, если бы ты мне сейчас про нее не сказал. Ну, но да. Когда я переодевался, был случай. В общем, из туалета выходит чувак, я говорю, наверное, это странная просьба, но не мог бы ты мне застегнуть молнию на трико? Он такой, ладно. Мазонов заряжающий. Да, заряжающий. Кстати, травма номер 3, короче. Сорвал пальчик. Так, ну мы возвращаемся на помост. Виктор Брут, Блуд. Виктор Блуд покоряет штангу 150 килограмм. Оп-оп. Миссия немного криво взялся. Но? Сейчас, да. Давай, спокойно. Катим, катим. Давай, давай, давай. Давай, давай, почти. Живой? Да. Куда упало? На ногу. Точно нормально? Ну пока да. Ой, божечки. Как голова? Ну голова-то нормально, не на голову уж упала. Нога, думаю, поболит пару дней. Занавес.
Так, момент истины, надо посмотреть, что там с ногой. Ёб твою мать! Че? Носок порвал. О! Смотри, синяк. Да я вижу. Ну и здесь, наверное. Медвежьи лапы, бля. Не болит? Ну, болит, конечно, что. Чайник гири упал. Но нормально. Ну, я думаю, 150 пробовать больше пока не буду. Бля, очень жаль, на самом деле. В принципе, реально это сделать. Мне тоже жаль. Причем вторая попытка. Первая попытка. Ебанули замки каким-то образом. Может, второй раз ебанула штанга, надо было. Может, был звоночек? Звоночек? Не знаю, я не суеверный. Вообще. У нас все-таки 21 век, на дворе. Бля, наверное, потому что штангу перешагнул. Бля, ну носок жалко. Носок, да. Хороший был. Ну что, в общем, подводя итоги, зарубились с Александром сегодня на подъеме Саксона. На подъеме Саксона. Подожди, какого Саксона? Саксона? На... Саксона. 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 Подъем Самсона. Саксона. Саксон это хуйня, квадрат. Ну, не только это дело. Самсон это мост Самсон. Комбинация называется подъем Самсона. У меня сладкий сон называется. Ну, ты там делаешь подъем прессинга Кеншмита, подъем Самсона. Самсона. В общем, подводя итоги сегодняшней зарубы в подъеме Артура Саксона или Самсона, я не помню, голова плохо соображает. Еще бы. В общем, Александр делал на обычной штанге, потому что он повыше, подлиннее. Я делал на полоне акселя от силачей старой школы. Александру покорились 110 рекордные килограммы, 120 не пошли. Три фейла было, да? Было три фейла, довольно опасных, но все обошлось. Мне покорили 140 килограмм. Вот, в планах у меня было поднять 150, но на них я выебнулся дважды. И первый раз осыпались замки. Второй раз сейчас я немножко упал. И штанга упала мне на ногу. И самое забавное вот в чем. Люди часто нам пишут в комментариях, что мы скоро умрем, что мы скоро сдохнем. Я сам знаю большое количество людей, которые рвутся от штанговой тяги в 100 килограмм. Я не знаю, мы делаем довольно странные вещи, прекрасно себя чувствуем. Сегодня мне ебанулось 150 килограмм на ногу, как бы даже ничего не сломалось. Поэтому я не знаю, в общем, хейтеры. Идите нахер. В общем, из потери. Сломанный ноготь Александра Капралова, ободранные костяшки, сломанная зубочистка, пошарпанные спины и шеи. Ну это ладно. И ушибленная нога. Да, кстати, надо же... Ой, подождите, показать, что у меня с ногой все в порядке. Вот. Твои медвежьи ноги, короче, тебя спасли. В очередной раз. У меня по горе болит ручки и все. Давай, давай. С тобой точно все нормально? Да. Более чем. Все тогда, что еще ждите всяких заруб, что-нибудь придумаем, еще дичайше, чтобы вас бомбануло жопу, полоснуло все там вообще. И подписывайтесь на наши каналы, они вот здесь, или здесь, не знаю, куда я их прилеплю, вы можете увидеть. Может тут? А перечень треков скинем, которые по радио играли? Что? Что?